Всем здорово, всем привет! с вами Гоптик на Гамбите, и сегодня я буду с вами разбирать, стоит ли крутить вот эту новую малую Тор только в юбке. Вот и да, я сегодня разобью все мифы кра... э, в плане этого нового героя. Так что присаживайтесь поудобней. Мы в принципе начинаем. И, пожалуй, первое, что я хотел бы сказать в плане нового героя, по... ну, я думаю, уже все вы заценили. И Сора в том числе очень классно заценил э, в начале своего видео. Вот новый Тор. Да. Да. Это просто people. банально визуал нового героя. Он 10 из 10. То есть, да, вроде бы некоторым кажется, что это Кринжова в ее оригинальном костюме. Да, но у нее есть еще и другие костюмы, в которых она выглядит чертовски бомбически. Вот, то есть герой получился идеально. Ну, в иде... даже не то, что идеально, в идеале, очень классно. То есть, да, для любителей всяких лолей, она не подходит. Потому что, Ну, извините меня, у нее есть что показать. Она, извините меня, она не маленькая девочка, она уже женщина. Вот, притом очень а, мощная женщина. И вот то, с точки зрения визуала и вот этих вот прекрасных ножек. Да, герой смотрится. Кайфово. Дальше, в плане ее пассивок, ее разбора я уже это дело а, разбирал. И если отталкиваться именно с ПвП. В плане паупа контента она немножко неуклюжа. Да, здесь есть у нее такая проблема, потому что у нее есть а, серый баф, который нужно разогнать, то есть нужно набить эти 300 тысяч урона. В обычке это смотрится дело даже немножко тяжеловато, то есть нужно либо получи, получить и выдать 300 тысяч урона. И в тот момент, когда мы это дело сделаем, мы получим а, правосудие Бога Грома и начнем раскидывать еще более сильнее наши карты, которые от Single Target демеджа вносят, ну, очень много урона. Притом да, получает еще АУЕ доп. демедж. И, в принципе, вот здесь где-то я вот специально выделял вот этот видос Нагадыча, где он показывал как раз вот этот ее прекраснейший а, демидж. То есть сейчас она а, находится в а, силе молнии. Но. Да, то есть первый вот этот демедж, это ее сила молнии. Но она набрала очень быстро 300 тысяч и получает право Бога Грома. И теперь АУЕ демедж. Дэмэдж, вроде бы 139 тысяч. Маловасенький урон, то есть, ну, не самый... Это первая ее карта. Вторая ее карта под правосудием бьет намного сильнее. Но 139 тысяч в две цели again. превращается практически в 300 тысяч. То есть, дэмэдж, x2, 222 тысячи и плюс 111 тысяч. Фитори, это yeah. практически full main team vibe. Да, это нужно разогнать нашего бога грома в плане урона. То есть нужно, чтобы ей зашли карты. Если посмотреть по нынешней мете и то, что в принципе вообще играет, да, вот у меня игра открылась. Не сразу, но игра открылась. А, мы захотим поиграть в пау... именно в пау с Сабнак. Ну, у Сабнак есть своя маленькая, знаете, такая прихоть, что после вот этой ее карты от наваждения шел какой-то ауе-демедж. То есть нам нужно скинуть эту карту желательно второй, для того, чтобы она не ушла в еду на уклон, и сверху еще закинуть какую-то ауешку, то есть сингл тарит карты бога грома, не особо вписывается в саму механику кошмарный собнак и вообще идеи от нынешнего ПП контента Скинуть какую-то там просто... Где у меня? Фитория? Вот, Фитория. Скинуть какую-то сингл тарит Фитории в э еду на уклон и получить уже на следующий раунд полностью прокачанную жесткую бурю, да, это кайфово, неважно, как нам карты зайдут, даже э, имея первую вот эту карту со старта, мы можем уже вносить демаж. Фитория в плане пвп-агрессии намного лучше, и, и очень хороший АУЕ демаж. но это коллабный герой, его нужно было выкачивать. Но даже э, имея в, в виду в голове то, что это коллабный герой... Тарика становится чуть слабее Фитори. Да, она сильнее в плане БК. Можно получить первый ход. Это юарный герой. Это не коллапный какой-то герой, который при максимальном прокаче выдает 73,5 тысячи БК. А у меня она фоловая в плане шкафа. И э, практически фоловая в плане процентов экипы. Разница в 4000 БК. Если что, сейчас самый сильный герой по БК в игре это непобедимый Эсконор. И Тариха, она на втором месте. Она перегнала Артура, она перегнала Мерла, она перегнала Сабнака, она перегна... перегнала Гаутера, она перегнала всех остальных героев. Притом э -э, Хейли со своей религией стала топ-10 героев в плане БК. Ну, весьма неплохой бурст статов, скажем так, для старого фестиваля в плане новой реликвии. То есть неизвестные подбираются, но неизвестным сложно. Давайте так, вот я как любитель неизвестных могу сказать сразу, что если мы не вкладываем очень много ресурсов в Сабнак, вот сразу, то есть не только получить ее хотя бы там первую-вторую копию, да, либо там шестую для линка, но это прям слишком убер китово, но хотя бы первую-вторую копию не старимся мы шкафом, а там выходит еще новый шкаф на Сабнак для того, чтобы она стала еще более сильным по героям. Ну, у нас есть определенные проблемы у нас есть серьезная определенные проблемы в плане того, что без кошмарной собнак раскрыть Тора в ПВП будет сложно. Можно, конечно. Я вам скажу сейчас еще одну очень страшную вещь, что, возможно, Альбеда начнет играть, потому что она, у нее есть провокация. И она поможет нашему Тору немножко пожить. То есть мы отказываемся от Сабнак в пользу Альбеда страшные вещи говорю, потому что я говорю еще об одном, еще более старом коллабе, но этот коллаб полюбился людям намного больше, чем Фитория, которая сразу при выходе не получила себе сабнак в виде саппорта и, в принципе, полноценно идейной команды. Поэтому Альбеда может сыграть под Торам. Это страшно, звучит, я понимаю, это еще один коллап. Это еще Убер, Китови, тяжелее пачка становится. И в этом формате, в плане именно ПВП актива, я могу сказать, что Эсканор более валуевный. И да, наверное, сейчас скажу такую вещь, что если раньше у меня было четко тир 1 Эсканор, тир 2 Хаус Артур, тир 3 неизвестный. С выходом Тора все эти три формации, скажем так, становятся тир-1 пачками. Потому что фестивали, ну, они сильнее людей. Они могут побеждать. В фестивале почему они являлись тир-1? У них три LR героя формации. Это Эсканор, это... Э, ну, не LR, UR героя. Это Эсканор, это Гаутер и это Мел. Три э, э, ЮАР героя, которые по БК выдают больше, чем человеческая формация с коллабным наофомии в трипл дефе. Ну да, люди страдают, люди от второго хода слабее, чем фестивали от первого хода. Это факт. Тяжело это оспаривать, но иногда даже и люди могут потягаться с фестивальной пачкой. То есть в фестивале были тир-1, но они сейчас будут очень сильно отгребать от неизвестных. Они уже отгребают от неизвестных, и первый ход фестивальную пачку не всегда спасает. Человеческую, да. Неизв... А, фестивальную нет. То есть у нас получается камень, ножницы, бумага, и мы можем играть на любой из этих трех формаций, которые у вас есть. Если вы качали, играли, и вам нравился Эсканор, выход новой тарихи просто немножко усложнит вашу игру, но при этом никак не повлияет на ваш винрейд. Эсканор все еще является тир-1 героем, тариха его не обогнала. И теперь, после того, как я вам вот это вот сказал, у вас появляется не мой вопрос, а зачем тогда смотреть дальше э, видос, если мы уже знаем, что Эсконор сильнее, Эсконор непобедимее. Э, солнце, можешь ответить, пожалуйста? Вот. Эсканор сильнее, эсканор непобедимее. Зачем нам крутить эти прекрасные ножки? Ну, первое, да, как я и говорил из-за визуала, потому что на эти ножки не грехи потратить немножко наших гемов. Потому что, ну почему, собственно, бы и нет, если мы особенно на скипали сабунак? И да, если у нас нет сабнак и нет альбеда, и пвп-контент нам закрыт, у нас остается еще пве. Контент. Как бы, видите, у меня 17, ну, 17,7 лямов у меня уже есть, если что, на минутку. И эти все 17,7 лямов были сделаны как и донатом, отчасти, да, здесь есть львиная доля донатов, но по большей части это именно как раз ПВЕ, грин ПВЕ активности. И у нам разрабы как раз вот сейчас предъявляют четвертый этаж Грифона. Вот, у меня грифон прогрузился. Четвертый этаж. На Япе это уже полноценно гриндит. Сказать, что там нужно убер много быка для прохождения этого четвертого этажа. Ну, нет. То есть четвертый этаж, в принципе, если у вас есть старика, пройти рел не то, что прям Uber Unreal, а именно Real. Это дело можно пройти. Притом вполне спокойно можно будет пройти. Вот, и там 10 лямники проходили. Если что, не, да, это много все еще БК, но это какое-то усиление реликвии. И как я понял, по... я не видел сам лично, но вроде как там есть именно какая-то определенная часть реликов, которые можно сейчас усилить. Не все релики сразу, но определенная часть сейчас есть. Я не знаю точно, может сразу все релики. Пока этого я точно не знаю. Но Типа, это дело прокачать можно. И пройти это тоже дело можно. И да, пожалуй, по большей части это именно крас старихой. То есть, стариха нам понадобится здесь. И, скажем так, у меня есть какой-то маленький определенный опыт нынешних фестивалей, а именно Хаус Артур, которого я не смог докрутить. Я тратил тогда все на гельду и Хаус-Артура. Я не выбил ни тот, ни тот. Погнался с двумя зайцами ни одного не поймал. Да, это моя проблема. И Хаус Артур до сих пор не появился в витрине. И для меня это боль. Для меня это очень большая боль. Так же самое для вас может быть боль это новая тариха, которую вы можете не покрутить, скипнуть, сказать, что это неизвестный Пвп герой. И не более того, Сабнак неизвестный Пвп герой. В PvE я юзаю чисто на фарм голды. На фарм голды можно юзать вообще все, что угодно, практически. Архангела там можно юзать. Я неизвестных юзаю, Сабнак, да, это весело прикольно. Но Хаус Артура до сих пор не достал. То есть, так же самое с вами у вас может быть стариха Вы не сможете не достать тариху, и в этом проблема. Сабнак, как я говорил, да, это обалденнейший сапор под следующих новых неизвестных. И, к сожалению, новый неизвестный вышел сразу после нее. То есть, нам нужно вкачать и Сабнак, и Тариху для того, чтобы играть в пвпхе. И хель заодно, и сделать еще желательно на хель реликвию с э, грифона. Иначе, ну. Будет плохо. И, иначе проблема в том, что будет реально очень плохо. Поэтому здесь, да, здесь сложно. Здесь тяжеловато. Неизвестные слишком яро и быстро вышли в игру. Но так же самые люди Хаус Артура тоже вышли в игру очень быстро, неожиданно. И Эсконор занял свои лидирующие позиции. Крутить всех героев подряд, хотя бы до первой копии, ну, это нужно донатить. Хотя бы на месячную подписку. Не все донатят. Поэтому я и говорю, что... Если Сабнак это сильный саппорт под неизвестное ПВП, но далеко не всем нравится неизвестное ПВП, далеко не все играют, и большинство ребятам нравится именно новый Эсканор, то Сабнак как ПВП герой может идти на скип. Но это обалденный саппорт под ПВП неизвестных. Я всегда говорил, и тяжело будет вам играть без Сабнак. Но без Тарихи вам играть будет сложнее, потому что в отличие от Сабнак, у нее два синглотаритных скилла, и она обалденно поможет тем же самым новичкам погридить того же самых тех же самых бестов. Потому что ее применение можно. Ну, Хресвир 100% да. У нее там еще пассивка есть. Специально разрабы прописали эту пассивку. Э, в том формате, что если мы используем тариху на первом-четвертом этаже грифона, мы получаем 30% крит урона и 10% базовых характеристик для всех наших союзников, вне зависимости от того, какие наши союзники у нас есть. Вот. То есть, в этом формате тариха смотрится хайпово. Реально, люто-хайпово. И да, у нее витрина. Многие говорили о том, что это скип герой, чисто из-за ее убер плохой витрины. Но здесь есть Мигельда, здесь есть змея, здесь есть Фрейер, Танар, Фрея. То есть все основные герои под бестов. Для молодых вообще ведь прекрасная витрина получить хотя бы первые копии всех вот этих вот героев, возможно, не всех, но хотя бы каких-то, будет великолепно кайф. Да, этот Брагнерёк. Марля, кстати, под змея. Вот. А, первый выход получается синий а... бесполезности. Я мог бы сказать ее имя, но она реально просто бесполезность. Я не вижу а, резона вообще в ее прокаче. Тут, к сожалению, нет. Я ее потыкал, она у меня есть, я ее крутил. Я думал, у нее будет какой-то интересный отыгрыш, но ни в PUP, ни в PvE, я ее профита не нашел на данный момент. Возможно, в дальнейшем да, но сейчас вообще нет, даже не рядом. Синий Кинг неиграбельный, Кьюзак неиграбелен, Маргарет, которая. Ну извините меня, красная лучше получить, чем синюю фестивальную. Светлый бан, который и так много раз в витринах появляется. Хеля, которая, если вы не играете неизвестными, вы ее не будете особо качать. Светлая лиска, которая кайф. Все, то есть витрина слабая, да, я понимаю. Но для молодых игроков это классная витрина под бистов. Потому что много времени мы все же должны будем провести на бист-контенте и на Хрисвельга, и на Эктюрнера, на Волков, возможно, тоже весьма неплохо пригодится. У нее классный сингл тарит, как я и говорил. Нитхилл, к сожалению, нет, потому что там Архангел Пачка намного сильнее. Можно попробовать неизвестную, но, скорее всего, Архангел Пачка все равно будет сильнее. На Нитхилл на Ротоске, к сожалению, нет, она пока еще не играет. Вот, но на остальных, да. И с учетом того, что да, сейчас могут анонсировать какие-то прокачи реликвий, которые слабые. И нам это не будет интересно, но в дальнейшем разработчики будут добавлять реликвии, которые можно усилить через четвертый этаж. И там может появиться крайне важная именно для вас реликвия. И вы будете так же само, как и я, сидеть без хаоса Артура и думать, блин, а почему я не покрутил тогда Тора? Сейчас я сижу без Тора и не могу вкачать нужную для меня реликвию. Да, прокачка реликвий основывается именно на том, что мы качаем только характеристики базовые. То есть это никак не идет в усиление само, а, самой реликвии. Это идет именно в усиление атаки обороны АЗ. В этом проблема. Это минус. Нам еще не предоставили а, четвертые этажи оленя, Нитхиога, то есть. Волков всех вот этих вот бестов, которые у нас сейчас есть, нам еще не показали. Их четвертые этажи. возможно, там будут не только именно какие-то определенные релики качаться с каких-то определенных бестов. Возможно, это будет первого, второго, третьего левела прокач. Нам пока ничего не рассказали. То есть прокач на данный момент для, для нас это просто темный лес. К тому же, очень важный вопрос у меня остается. А, будет ли это за это даваться БК? надеюсь, он не БК, а ГП. Будет ли это за это даваться ГПшка? Это раз. И во-вторых, с каких бестов я могу усиливать релик на коллабов? Вот, тоже очень важный момент. То есть мы ждем обновы, а, где мы сможем ручками уже все потрогать, пощупать и понять, какие реликвии качаются, какие нет. И что из коллабных можно пока покачать. Ну и самых правительных реликов сейчас на данный момент это все-таки снова усиление неизвестных. Это новая реликвия на хель, которую можно как бы усилить. И если ее можно будет усилить сразу, Хель просто превращается в лютого монстра в плане БК. И на наше что тоже является подспорьем под, под неизвестно как четвертый слот, он наконец-то будет выдавать чуть больше, чем 67 тысяч БК. С копейками, где на нашего? Ну, у меня 67 с половой. Ну, то есть, с прокачанным реликвием может зайти за 68, может дойти, ну, до 70 вряд ли дойдет, но будет уже хотя бы где-то рядом. То есть, не настолько плачевно будет ставить на наш четвертый слот и терять по БК прям люто много. А неизвестные без наши не играют за четвертого слота. Слишком ватные не становятся. Уже тестировали это неоднократно на наши лютые монстры для неизвестных. Слишком много слотов он дает. Поэтому в этом формате, да, ПВП вы можете вполне спокойно скипать. Без вопросов. Для ПВП у нас есть Эсканор и фановые неизвестные. Все. То есть неизвестные сейчас китовые и фановые. Да, у них есть хороший потенциал. Люто хороший потенциал. Я буду показывать Тора в ПВП. Но она еще классный ПВЕ-герой. Особенно по четвертый этаж Грифона. Что является новой Активностью. Это, грубо говоря, что нам сказали, что Альбеда является классным ПВП героем, китовым, но классным ПвП героем. Но она обалденно фармит короля демонов. Если бы нам это сказали, мы бы присмотрелись к Альбеда намного больше, чем мы присмотрелись к ней сразу. В этом как раз и является фишка. То есть, нам сначала дали Альбеда, а потом анонсировали э, короля демонов. И то, что король демонов на лайте фармится через. Альбеда, не верите, посмотрите видос у меня на канале последний а, гарантированная победа против короля демонов. Там играется Альбеда. Да, там еще пара коллабов играется, но все равно там играется Альбеда. Еще один коллаб, который вы давали на халяву. Да, есть такое дело. И вот здесь, да. Битва с королем демонов проходится на ура. Но нам сейчас сразу анонсируют четвертый этаж Грифона. И при этом говорят: ребят, хотите проходить на лайте четвертого этажа Грифона? Берите тонар. Она, ой, Тора! Она вам поможет, Тариха! Ребят, реально лайк. Поэтому я надеюсь, в этом видео именно как хороший ПВЕ герой я объяснил, почему у нее есть потенциал для игры. К тому же, четвертый этаж, я в дальнейшем буду делать гайды. Я уже разобрался в плане яперских английских видосов. Именно как там проходить, какие там условия механики. То есть, в принципе, там все достаточно-таки лайтово. Проходить можно. Команд будет много, реально много. Но Uh, там будут некоторые команды и просто, там, типа, Фрейер, например, uh, самое лучшее, пожалуй, Фрейер, там Скади красная. Можно, кстати, попробовать синюю. Но ну, идей на красную. Ну, можно попробовать, кстати, синюю. Ну, вот здесь, возможно, попробовать, кстати, синюю, может быть, и прокнет. То есть там всякие, раз, два, три и Мигельда. То есть Мигельда, Тор, uh, Фрейер и Скади типа, это самая одна из самых лучших команд. Дальше там идут релики на предателя Мела. Там есть свои нюансы, которые я буду уже рассказывать, когда выйдет этаж, и я буду показывать вам прохождение за разные пачки. Но пока на себя... сейчас именно это разбор нового героя, который выйдет в вот этой вроде бы как слабой витрины, но хотя бы первую копию получить можно. И визуал она даст бомбезный. Вот хотя бы как минимум визуал она выглядит кайфово. Мне нравится, честно, хотя я больше фанат Лолей, но она не разочаровала. И на этом у меня все, ребят. Это были мои мысли касательно ПВЕ героя Тора. В ПВП это фаново, сильно китова, но Фанова, но в ПВЕ бели белиссимо. Просто два обалденных синглтарет. Скилла против любого ПВЕ босса. И здесь, кстати, еще вырисовывается одна очень интересная а, идея того, что у меня есть команда под всяких ивентовых ПВЕ боссов. Это люди. То есть Эрен, Микаса, Микаса дает а, очень много базовых характеристик. Эрен, в принципе, помогает по цвету домашний, весьма неплохо дамажит, и, В принципе, у него хороший сингл таргет дэмэдж. Эсканор Рокси, обалденная пачка под любого ивентового, там, Пикачу, не Пикачу, всяких разных а, ивентовых боссов. Тор может занять место этой пачки, если у вас, например, нет Рокси, там, качанной с реликвии, либо там Эсконора, в случае чего пропустили. Тор даст обалденный профит в плане ПВЕ контента. Ну, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, с вам понравилось. Берегите себя и увидимся когда-нибудь завтра, либо в новом PvE видосе, либо по видосе, либо стримчике. Так что, ребят, подписывайтесь, здесь будет много контента, но я убежал, пока у меня все еще есть свет. До скорого, народ! Свидимся!